Биткоин снова побил исторический рекорд. Стоимость криптовалюты впервые превысила 58 тысяч долларов. Цена выросла на 1,97%. К концу сессии биткоин торговался на уровне 58 тысяч 100 долларов. С начала года цифровая валюта поднялась в цене почти в два раза. Эксперты уверены, что это не предел, и к концу десятилетия биткоин может достичь отметки в полмиллиона долларов.